Школы Славянского района, как и вся Россия, включились в реализацию всероссийской акции «Бессмертный полк». Из-за действующего режима самоизоляции перенесен парад Победы. Массовых торжественных мероприятий также не будет. Но сама дата, 9 мая, имеет огромное значение для всех нас. И, конечно, праздник в этот день состоится. Пройдут прямые трансляции, традиционные показы фильмов военных лет и, конечно, особая акция «Бессмертный полк». Славянский район, как и весь Краснодарский край, максимально присоединится к ее новому онлайн-формату.